Ежемесячную выплату могут получить родители, которые ухаживают за детьми с особенными потребностями. По закону пособие устанавливают трудоспособному лицу, пока осуществляется уход. Пенсионеры и граждане, которые получают пособие по безработице, права на такую выплату не имеют. Размер такой социальной помощи на Колыме родителю, усыновителю или опекуну – 17 тысяч рублей, другому лицу – 2040 рублей. Выплату назначают с месяца, в котором гражданин за ней обратился. Подать заявление можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. Поступят средства вместе с пенсией, назначенной ребенку с особыми потребностями. Период ухода засчитывают в страховой стаж.